Сагитова, Евгений Медведев и Чхан Чун Хван выступили на открытии концерта на льду Макдоника в Сеуле, где проходит ледовое шоу LG Sing Ice Fantasy. Это ледовое шоу будет сопровождаться с Чхан Чун Хваном, южнокорейским фигуристом, Алина Загитовой, Евгением Медведевым. А также выступили на сцене олимпийская пара Алена Савченко и Бруно Массо. Еще одна пара — Александр Гамелин, Юра Мин с Южной Кореи и Евгений Плющенко. Алина Загитова, которая исполнила свой первый дебют в ледовом шоу в Южной Корее, оставила небесную улыбку на льду. «Это был впечатляющий опыт. Публика поддерживала нас и тепло встретила», — сказала Алина Загитова.